Нам нужен Конг. Он нужен всему миру, чтобы предотвратить угрозу. Это девочка. Он общается только с ней. Я знаю, что у них есть связь. Ей было некуда идти, и я пообещала защитить ее. И кажется, что в каком-то смысле Конг пообещал то же самое. Годзилла. Настали опасные времена. Годзилла на свободе, нападает на людей, и мы не знаем почему. Его провоцирует что-то, чего мы не видим. Я тоже так считаю. Мифы правдивы. Была война. И выжили только они. Кто преклонится? Только не Конг.